Ох ты. Куда же вы взялись-то? Неужели Коул привел? Прости, Джоди. А почему у него руки задраны были? Ну, значит, прости за то, что не предупредил. Не знаю. Я ж просто предполагаю. Я думаю, вряд ли, конечно. Мы у Райана, что ли? На самом деле, по поводу матери, я думаю, там... Просто я думаю, что там действительно уже бесполезно. 20 лет под наркотой, там все мозги поплавились. Уже просто... Она же сказала ад наяву. И ничего сделать не может с этим. И вот про что. Ну, я понял, я понимаю. Тем там... не менее, Айден у нас умеет лечить. Почему бы не вылечить? Но он же не вылечил, если бы мог. Короче, это мое решение. Все. А я с тобой не спорю. Где мы вообще? Это не... Это офис Нейтана, нет? Вряд ли нас отсюда выпустят. Так просто. Конденсер? Конденсера мощнее еще не было. Впечатляет. Нейтан. Джоди, рад тебя видеть. Я так за тебя переживал. Ты похудела. Вид изможденный. Но главное жива. Пойдем в кабинет. Ну-ка, садись. Как здоровье? Да не очень. Голова еще побаливает. О, прости, я просил помягче. Но они боялись, что ты позовешь Айдена. Сроу. Как меня нашли? Они следили за тобой со дня побега. Хотели убить. Но я убедил их понаблюдать за тобой и не делать этого. Коул? Где Коул? Дома отдыхает. Я знаю, он хотел как лучше. Не бойся, никаких последствий для него не будет. Что произошло с мамой? Нора была не в себе. Врачи допускали, что она может причинить тебе вред. Она бы меня не тронула. Нельзя было рисковать. Я тогда был рядовым исследователем, Джоди. Лишь через много лет узнал, как все было. Ну-ка, правду нам. Почему ты не рассказал мне про маму?
Зачем скрывал правду все эти годы? Я хотел рассказать. Но как объяснишь это маленькой девочке? Я заботился, любил и защищал тебя как мог. И что дальше? Ты сдашь меня обратно в ЦРУ? Ты это задумал, Нейтан? Ты здесь потому, что у них есть работа для тебя. Кроме тебя с этим никто не справится. Резко. Помочь? Помочь людям, которые отняли у меня мать и украли мою жизнь? Им что, все мало? Мы знаем, что еще одна страна обнаружила инфрамир. Они думают, что смогут управлять им, но даже понятия не имеют, с чем связались. Если существа прорвутся, ты ведь знаешь, что будет, Джоди? Ну а я-то тут при чем? При том, что ты лучше всех понимаешь инфрамир. Это работа ЦРУ. Хватит с меня. Они предлагают сделку. Поможешь им, и от тебя отстанут. Слабо верится. Ты знаешь, что будет, если откроются врата. Грянет апокалипсис. Ты можешь этому помешать. По нашим данным, в Республике Казахстан узнали о существовании инфрамира. Нашли врата и ведут эксперименты на секретной базе, расположенной в провинции Филханзян. Неизвестно, как далеко зашли их исследования, но мы засекли довольно характерные колебания в инфрамире. Значит, они могут взаимодействовать с той стороной. Твоя цель – разрушить конденсатор и всю связанную с ним аппаратуру. Даже если мы уничтожим конденсатор, врата останутся. Постройка нового конденсатора – затратное предприятие. Это даст нам больше времени, чтобы лучше изучить инфрамир. Очень важно предотвратить нападение оттуда. Наверное, там будет усиленная охрана. Мы ожидаем, что база будет под охраной военных. Ваш отряд... Отряд? Зовите их, Марла. Здорово. Привет, подруга. С тобой будет отряд Клейтона. Это опытные диверсанты, умеющие действовать скрытно. Вы отправляетесь послезавтра. Удачи. Осторожнее, Джоди. Никто не знает, что ждет там, за гранью. Не бойся. Я пока не тороплюсь в инфрамир. Хорошо. Не хочу тебя потерять. Рад тебя видеть. И я постараюсь не дать Айдену тебя убить. Но не обещаю. Так. Начало отличное. А что ты хотел? Понял. Мне это начинает надоедать. Если не хочешь разговаривать, придется вас убить. Я бы и так охотно убил вас.
но зато быстро и без лишней боли. Теперь ваша смерть будет медленная и очень мучительная. Ну, последний раз спрашиваю, кто вас послал? Айден. Где ты? А что за... Из будущего, как бы? Да. То есть что-то случилось, что они попали в плен? Тут вообще никого нет! Что-то случится, что они попадут в плен? Ну, в смысле, да. Это точно здесь? Ну, координаты верные. Метет все сильнее. Что же нам делать? Джоди, пусть Айден поищет нам укрытие. Ты слышал, Айден? Укрытие вам поискать, да? Так себе укрытие. Тоже все насквозь продувается. Ну. Да, ну тут да. Все. Короче, то, а вот, вот что-то. Домик. Вон там есть дом! Понял! Да, смотри. Идем! Резко они в этой главе. А столько событий напихали. Да-да-да. Черт! Ну, холодина! Что мы тут делаем? Обычная рыбацкая деревня. Информатор нас кинул. Такие дела. Надо двигать, а то замерзнем насмерть в этих сугробах. 3 дня. Шли по льду. Жрали снег. И впустую. Черт! Взять бы того, кто нас сюда послал и... Эй! Вы задрали уже своим нытьем! Нечего сказать, закройте рот! Ребят, я замерзла. Давайте костер разведем, а потом уж будем ругаться. Она права. Остановимся здесь и переждем бурю. Я выйду на связь со штабом. Что у нас тут? Что-нибудь есть? Что все сели? Кто будет костер-то разводить? Ну, видимо, Джоди. Больше-то некому, конечно. А нет, что-то там делают. А, опа. Печку. Все мокрое. Да я. Давайте помогу. Есть. Ты просто гений. Ага. Дай 5, Винс. Видела, Джоди? Ага. Да. Молодцы, ребята. Надо было подождать, пока они там помучаются. Видимо, потом друг другу оду пели. Какие они гении. И все-таки справились. Хорошо. Я отойду. Надо бы поссать. Чего надо? Джоди. Джоди. Капец. Да не то слово, какой капец. Я только хотел сказать, что я чуть там со смеху не прыснула при этом. Страна... Кизерстан, или как они там? Придумали же. Это да. Помесь какие-то... Китайская провинция какая-то, название вообще какое-то непонятное. -40. В такую погоду не до прогулок. А тут еще Джуди отмочила. В прямом смысле этого слова. Я поэтому и говорю. Ha ha ha.
стесняшка какая. На другой конец улицы аж убежала. Ну да, можно было бы за домик там. Да не то слово. Опаньки. Едет что-то? Да. Она так. Как-то нормально управилась? А то, можешь это, с опережением, по плану? Вполне, вполне, да. Вперед. Как смотри. Они лыжи не заметили? А дым из печки? Ничего? Ну, мало ли, там рыбаки какие-то потерявшиеся. Ну, здесь видимость еще такая. Они здесь, я видела. Где? На главной дороге. Конвой бронемашины мимо меня проехали. Тебя видели? Нет, вроде бы нет. Погнали. Это она удачно сходила. За ними идем! Да. А Джоди без рюкзака? Да что, мужиков нет, что ли? Ну, я так думал, что у каждого свой там паёк и так далее, набор какой-то. А может быть, дома оставила? Ну, в смысле, в домике вот в этом. А тебя вывели насильно, да? Да, но... Дело в том, что я, в принципе, не попытался даже пройти назад. Меня к лыжам сразу поставили. Я думаю, они между собой разделили, мужики. Бинго. Айден, глянь, что внутри. Я тоже как-то не обратил внимания, то есть она изначально с рюкзаком была или нет? Не знаю, тоже не обратил, да. Абсолютно как-то. Мимо прошло. Ух ты! Это что, вода? Это... Подлодки? Подлодки. Слушай, они уходят. Уходят, уходят. Хорошо, нам надо как-то дверь открыть или пока не надо? Ну, а сказал, глянь. Справа. Ага, сидит. И по прямой. Хорошо. А, то есть... Еще что-то надо сделать? Возможно, дальше пройти, все посмотреть. Полностью, наверное, смотреть ангар надо. Там солдаты. Они грузят ящики. В подлодке. Подлодки? То есть врата? Под водой. Похоже, внизу подводная база, а на подлодках доставляют грузы. Сколько солдат? Я вижу троих. Троих. Пусть Айден их уберет. А четвертый? Айден? Устрани их. Так. Одна ушла подлодка. Сначала вот этого, который в будочке сидит. А как ты его собираешься устранять? Ты сейчас его коснешься и очнешься. А чё, у нас оружия-то нет, что ли? Вот именно, что оружия-то нет. Кнопочку какую-то могу нажать, но я думаю, это ворота открывает. Я думаю, это все сработает тебя. Точно так же, как обычно. Он на тебя что-нибудь нарет и скажет, иди отсюда. А это, ой, что случилось, что случилось? Ну, уже не раз так было за игру. Да, да, да. Надо что-то искать, либо оружие, либо какие-то аварии устраивать, не знаю. Должно быть, здесь оружие должно быть. Они же военные. А люди на той стороне были. Попробуй с той стороны начать тогда. Опа. У него, может, оружие-то и есть. Но он же его не достает, мне не дают наводиться там. Что-то, по-моему, я поспешил с его захватом. Надо было сначала еще осмотреться.
А дальше перегорожено, тоже смотри. Да, без вариантов надо к этому подходить. Опа. Тут это. А, вот. Вот о чем я и говорил, черт. Надо было все-таки с этого начинать пытаться. Тинцу! А он не видел, что там произошло. Не показали. То есть там ракурс был неудобный. Ага. Теперь надо впустить их. А четвертый на подлодке ушел. Не видел. Да, понятно. Так что у нас теперь трое осталось. Ну, в смысле, их. Один уже остался. Ну да, уже один. Теперь впускаем. То есть две подлодки уже опустилось, да? Да, получается две. И вот эта третья осталась. Видимо, мы сейчас на ней и поедем. Так, что будем делать? Дайте подумать, ладно? Странная реакция. Нет, просто как бы уже не единожды... Показывали, как он сам... Да, сам их убивал. И их убивали, то есть он еще в них оставался. Странно. Да. Странно. А знаешь, что мне вот интересно, там вдалеке ничего нет? Не поныкано? Не пускаю, да? Ну я могу вот сюда подойти. Ой. Ну подойдешь потом. Сюда. Лезь. Или подходи сразу. Что она говорит? Что-то забыли? Мы что-то забыли, да. Что-то сделать нужно. Судя по всему. Это ворота. Не, подожди, подожди, ты сам сначала подойди, а потом Майдану посмотришь. Так я подошел уже. Мне просто показалось, ты до компьютера не дошел. Нет, вроде все нормально. Ладушки. Достаточно странно все это. Ну попробуй пройди туда, куда ты хотел. Сторону. Туда-то, наверное, смысла нет. Идти теперь к подлодке. С этим не взаимодействует никак. А вот это что за... Просто, наверное, освещение? Генератор какой-то, да, стоит? Да. Нет. Лампа. А что мы забыли, интересно? А, пройти не может, да? Нет. Что забыли, что забыли. Оп, о, как? Не пускают. То есть не пускают дальше никак. А что забыли? Общаться ни с кем нельзя, да? Только в подлодку получается, вроде везде осмотрелся. А там две точки, смотри. Прямо и слева. Что это? Переодеться? Объясни мне, что ты делаешь? Ищу решение проблемы. Прекрасная идея, но они нас быстро распустят. А может, и нет. Переодеться? В этих солдат? Ну да. А врата эти сами собой не закроются, так ведь? Ладно. На расстоянии прокатит. И что? Спустимся на подлодке. А дальше? Там посмотрим. Я с ней. Ну а мы как? Готовьте пути отступления. Когда мы вернемся, нам придется уходить очень быстро. Что? Это приказ, Ник. Давай взрывчатку. Ну, очень похоже, да? Не, ну издалека-то действительно прокатит.
Ты ведь понимаешь, что мы можем не вернуться? Да. Это я сразу поняла. Так, ну что, поехали.